сегодня, 7 октября, идет дождь. И вы можете подумать, что это всего-то, мы пока собрались капли влаги, которые капают на нас сверху. Но мы-то знаем, что это конец света. И теперь мы пытаемся узнать подробности у Кирилла. Кирилл, привет. Здравствуй, Алекс. Что сегодня такое происходило? И почему это называется конец света? Ну, на самом деле, это очень брутальная игрушка, которая проходит вот в этой вот роще. Здесь собралось очень много людей, они все хотят выжить на самом деле. Вот. И как бы для того, чтобы выжить, им надо соревноваться друг с другом. Окей, а что значит твоя красная повязка? А красная повязка – это отличительный знак того, кому выживать не надо, кто уже занял свое прочное место в этом мире. Вот. И он смотрит за тем, чтобы все было справедливо. Ну, в общем, это повязка судьи. Подожди, я же слышал, что ты как бы и сам принимал участие в первом полуфинале. Да, на самом деле это так было, но как бы видишь, мы выступили настолько успешно, что теперь я судья. Вот. Мы примем участие в финале, но это будет уже не... Вы это команда какого факультета? Мы это команда факультета радиотехники и кибернетики. Ну что ж, рады будем увидеть тебя в финале. Спасибо, Александр. Давайте узнаем у организаторов, что они сами думают об этой игре. Привет, представься. Меня зовут Никита. Как бы. Какая твоя была миссия в организации этой игры? Ну, в общем-то, я непосредственно один из создателей идеи этой игры. Воплощал ее в жизнь. Было очень тяжело, как бы, про историю рассказать могу. Вообще, как бы, сама идея игры родилась на собрании фобгазеты первой, которая в этом году произошла. И через неделю уже была произведена первая игра. То есть мы за неделю огромный объем работы провели. Замотались все ужасно. Ну, как бы сразу хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании этой игры, потому что как бы в одиночку это было сделать невозможно. А вот благодаря людям, которые являются, по сути своей, вообще огромными энтузиастами, фактически никто не знал, к чему мы придем, все шли на какой-то чистой вере. Никто не знал, что игрушка получится такой клевый и интересный. Расскажи вкратце нам про вообще как бы сам сюжет игры. Все же это неспроста. Да, конец света, почему она называется. Ну просто смотрите, во-первых, как идея попалась, это, во-первых, клевая игра слов. Мы никакой жестокости там не делаем, мы никакие не станисы, сразу скажем так. И вообще, почему конец света? У нас там есть определенная даже легенда, и как бы будет проводиться потом стилизованный финал под эту легенду. То есть приз там соответствующий, машина времени. То есть по легенде, в принципе, рассказать ее. Ну давай вкратце. Вкратце, там как у нас там получается. То есть есть в конце света, все готовятся какой-то решающей последней битве. Но вот нашлась такие вот несколько групп людей, которые вот решили вообще, они хотят жить, вот им ничего не надо, вот они просто вот, как бы узнали о существовании в роще, которая находится рядом с городом Долгопрудного, а существовали машины времени. Но фишка в чем? Вот фишка, вот эта машина времени, она может поместить только там 10 человек. И то есть люди борются вот за эти ленточки, которые являются энергией к этой машине, ну и, соответственно... А судьи? Судьи – это, как сказать, как хранители этой рощи, можно сказать так. То есть они готовы пережить конец света. Да, они готовы, не можно сказать, даже бессмертные, они, грубо говоря, может, даже по легенде боги. И фишка в том, что как бы вообще в этой роще запрещено всякое насилие. То есть игрушка вообще запрещена, там практически бесконтактный бой, как вы поняли. Да. А вы планируете еще проводить позже такие подобного рода мероприятия? Вообще? Или это одноразовое? Нет, конечно, это не одноразовое. Все-таки в идеале, конечно, чтобы это все будет традицией физтеховской, что, например, в начале каждого учебного года вот проводилось соревнование. Как тебе идея провести финал на снегу? На снегу? Нет, скорее, знаете, на самом деле, честно, хочется совсем скорее закончиться и начать учиться спокойно. Ну, удачи тебе в учебе, спасибо. Мне кажется, это отличная игра, найдет своих почитателей и поклонников и станет регулярной, ну хотя бы ежегодной. Седьмого октября на физтехе прошла Олимпиада по информатике. Среди студентов всех курсов. В Олимпиаде мог поучаствовать любой. Организаторы хотели узнать, насколько велики знания студентов в области информационных технологий.
Олимпиада прошла отлично. Студенты легко справились с поставленной задачей. Победители были награждены достойными призами, предоставленными компанией SVSoft и компанией Nix. Напомним, что на недавно прошедшей Всероссийской олимпиаде по информатике среди студентов сборная команда Московского физико-технического института заняла первое место. Поздравляем ребят с этой большой, крупной победой! До уровня вручения национальной ежегодной телевизионной премии Муз-ТВ 2007, ну и даже до Russian Music Awards, но мы определенно лучше, чем «Поле чудес» и «Дом-2». Ну, я хотел бы сказать несколько слов о традициях физтеха, истории. В прошлом году учебно мы отмечали 60 лет МФТИ, в 46-м году был образован физико-технический факультет МГУ и сложилась знаменитая система физтеха. Физтех был задуман как факультет, который готовит студентов, будущих специалистов, для решения важных государственных задач. Тогда эти задачи были ракетный и ядерный проект. Наша страна в этот период была догоняющей. Уже существовали ракеты Фау-1, Фау-2, уже был фон Браун в Америке, уже американцы взорвали атомную бомбу, и надо было разбираться, как вот это вот все устроено. Специалистов, которые могли бы разобраться, не было, надо было готовить. Почему непонятно, как готовить, непонятно, что, собственно, должен такой специалист знать, уметь, и какие задачи ему придется решать. Поэтому подготовка оказалась фундаментальной. Учиться трудно, но интересно. И на самом деле я хочу вам пожелать, чтобы вам было интересно у нас учиться, чтобы вы получили от этого удовольствие. На самом деле пожелать вам испытать счастье, открытие. Испытать счастье того, что вы разобрались в чем-то, что никто не понимал. Поздравляю. И сразу же случай на опознании. Ну что, кто этот грязный убийца? Вы узнаете кого-нибудь из этих людей? Вон тот средненький, волосатенький. Вот этот вот? Да-да-да. Витёк, одноклассничек, здорово! Слушайте, Витька, 100 лет не видел. Спасибо вам большое. Да уберите руку, уберите. Он убил. Витька может. Бывало еще в первом классе. Говорю ему, Витёк, дай, пожалуйста, ручку. А он такой, а первым по требуешке тени. Да прекратите эту комедию ломать. А вы знаете, что общего между белым и кислым огурцом? Когда ты его съел, ты искренне радуешься, что его больше нет. Продолжаем ряд тупых ассоциаций. Что общего между бегом и добрым, отзывчивым, понимающим человеком? Подсказываю. Добрый, отзывчивый, понимающий человек. Человек. Андрюха, 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 Андрюха,